Всем привет! И сегодня у нас 25 марта. И вот мы сегодня, Марина, я и Фрэнк, пойдем на НХЛ матч. Всем привет! We're going to the game, hockey game. The Lightning hockey game Tampa versus the Lightning. Islanders. Islanders. Австралитяне. Мы едем на игру в хоккей. Вот с Фрэнком едем. Yes. It's gonna be an exciting night. Это будет. The Lightning is going to win because we're going to be there to support them. Наша команда выиграет, потому что мы будем там и будем сопровождать их там. Болеть за них. Все, короче, включение оттуда будет. Оставайтесь с нами. Oh no, he's asking for donations. Yeah. Oh, we can go forward. Yeah, under the bridge is here, right? Mm-hmm. Yeah. Okay, and then this. This is where we parked before. Yeah, but we need to go forward, right? Yep. Короче, мы запарковались, уже идем вниз. А, вот он, стадион сам. Спускаемся с парковочки. Скоро будем там. Покажу вам, сколько там народу. Стадион, короче, будет полный полностью. Еле места выбили. Команда Тампа идет со счетом 2-1. Две шайбы забили русские ребята. Короче, наши выиграли со счетом 4-7. Сейчас мы уже идем. Камеру нам не дали пронести. Снимали на телефон.
Я наорался, короче, невозможно даже говорить. Вот, но факт, что мы выиграли, игра была очень классная, насыщенная. 11 голов забили. Вот, так что вот такие виды у нас тут. No. Yeah. I left it there. Any other camera you can take? Yeah, yeah. The GoPro. I don't know why. Maybe it's because of this stick, you know. The movies. Ты наврал, что не страшно. Она не страшная вообще. Все, я помню.